Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Приготовлю очень вкусные, сочные, ароматные крылышки в обалденном маринаде, который я готовлю уже давно. Получается вкусно, сочно. Можно готовить и на мангале, и в аэрогриле, и в духовке. У меня здесь примерно 1,5 килограмма куриных крылышек. Я их хорошо помыла, отрезала тонкую третью часть фаланги и также срезала вот с утолщенных частей, вот отсюда, видите, вот здесь лишний жир. Теперь в крылышки добавляю 2 столовые ложки масла, самое обычное, без запаха. Если что, вот у меня чайная ложечка, а это столовая, вот, а то все говорят, что у меня не столовые ложки. В принципе, можно маринад делать абсолютно по своему вкусу. Приправы и специи все идут по вкусу. Немного соли, так как у нас будет добавляться еще соевый соус. Смесь перцев и молотые зерна кориандра. Здесь у меня 4 перца. Белый, розовый, зеленый и черный. У меня он крупно дробленый. Подробить перец вы можете любым. Также способом. Много-много чеснока через чеснокодавилку. У меня здесь целая головка. Пять столовых ложек самого классического соевого соуса. И 2 столовые ложки густого терияки. Можно добавить мед по вкусу. Соус терияки, он более такой сладкий на вкус. Можно заменить медом. Все хорошо перемешиваю. Прикрываю все пищевой пленкой или крышкой и отправляю на ночь мариноваться в холодильнике. Чем дольше крылышки маринуются, тем они вкуснее. И как я уже сказала в начале ролика, приготовить можно любым удобным способом. На мангале, пожалуйста, на решетке, в аэрогриле, можно даже запечь в мультиварке, в духовке. Маринуем. Выкладываю крылышки на пергаментную бумагу в жаропрочную форму и отправляю в духовку. Пергамент в этом случае я уже не смазываю никаким маслом, потому что в маринад у крылышек масло добавлено. Сверху можно прикрыть фольгой. Крылышки в духовке у меня будут готовиться при 180 градусах, примерно где-то минут 40. Но это все еще зависит от вашей духовки. И примерно где-то за 10-15 минут до конца приготовления я сниму фольгу. Или пергаментную бумагу можно сверху прикрыть. В общем, снимаете, и чтобы у вас крылышки сверху чуть-чуть поджарились. Но это я готовлю так. Вы можете готовить по-другому. Пожалуйста, пишите мне свои рецепты внизу. Я буду очень рада. Ну и вот такая красота получилась. За время запекания я их один раз перевернула. И сейчас вот опять перевернула. Буквально еще на 5 минут поставлю в духовку, и все готово. Ну и вот такая красота получилась. Пробуйте, готовьте. Можно выложить все это на листья салата, можно выложить все на лаваш. И пока-пока, подписывайтесь.